шоу узнал. Там брат ее где-то сидел, он пишет там, по-моему, что-то под этим. Сказал, что Татьяна отрезала дочке голову. Вот все, что я узнал. А вы ее знали, эту женщину? Вообще? Ну, конечно, по соседству живем. А расскажите мне, женщина. Ну, была адекватная, конечно, нормальная. Наркоманка, алкоголичка? Нет? Да нет, ну я бы не сказал, что ну выпивала там по праздникам, когда праздники, да, ну это ж все такие. А как брата зовут этой женщины? Антон. А Антон говорит, что он нашел тело этой девочки? Ну вроде да, утром к ней постучал, говорит, вроде нашел. Там. На кровати лежала девочка? Я не знаю, на кровати или где, он сказал, что тело там без головы. А они, получается, брат и сестра вместе проживали, да, это родительский дом? Да, родительский дом, только там ходы разные, там один.